Здарова, народ, с вами Bad Hard Play, и это хоррор The Scary Tales. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Скачал я его в Play Market, в свободном доступе. Так, Play Story. Так, прогружается. Так, моя жена была похищена духами. Что-то там такое. Нет, переводы это не мои. О, нифига себе. Это ж мясничок. Так, что мы тут можем сделать? Взяли карточку какую-то. А, здесь, я так понимаю, можно будет использовать оружие. Это хорошо. Фонарик. А там что внизу в самом? Патроны для чего-то. Так, открываем дверь. Топор. Хорошо. Так, а есть что-нибудь посерьезнее? Граната. Идеально. Арбалет. О, вот это оружие, я думаю, будет поинтереснее. Сундучок. Всякие ключики. Соберем, что пригодится. Все, минус мясник. А можно его, блин, за пилу взять? Нет? Это какой-то карабин. Патрон для револьвера, что ли? Так, ладненько. Походим вот с этой штукой. Она, мне кажется, больше от нее толку будет, чем от всего остального. Просто проверю, как это выглядит. Да ёшкин кот, дайте мне эту штуку. Так, перезарядка нет, патронов нет. Ладно. А, это бросить. Отлично. Так, как приседать? Вот так. Так, меняем оружие. Ты что такой неубиваемый-то, а? Так, чем бы мне его завалить-то? На, лови. Да ёшкин кот, почему он такой неубиваемый-то, а? Так, придется топорик взять. В смысле? Ну это читерство, это читерство. День второй. Патрончики взяли. Некоторые виды оружия настолько бесполезны, что я даже не знаю. По-моему, вот это самое лучшее оружие. Но оно без патронов, серьезно.
Так, что у меня еще по оружию? Ничего не понятно так. Нет другого оружия, да? Ладно. Походим безоружными, чего уж делать. Так, патроны бы, патроны. Вот как мне с этим чуваком бороться-то? Да ну это бесполезно. Я понял, там какой-то бессмертный чувак. Кстати, мы можем прыгать. Так, ну толку нету. Без патронов толку нет никакого. Может, как-то можно перезаряжать? Нет, автоматический одиночный огонь. Можно прицеливаться. Просто присядем, попробуем пройти, посмотреть. Может, удастся тихонечко проскочить мимо этого страшного моба. О, топорик, это хорошо. Ну, стрела торчит из ноги. Да ладно, я смог это сделать, я его вальнул. Вот злый день. Так, но он загородил с собой проход, поэтому я ничего тут сделать не могу, придется возвращаться. Калашников! А не, это МП5. Уже думал, калаш лежит, ждет меня. Патроны. К дробовику. Блин, а где бы дробовик найти? Так, хорошо. Больше патронов, меньше проблем. Значит, походим с этой пукалкой. Так, тут дверь не открывается. Чё ты орёшь? Так, бита с колючкой. Ну, мне она, в принципе, не нужна. У меня есть топор. Окей. Ключик. О, еще ключик. О, вот, собственно, и Калашников. Чего? Что происходит с моим персонажем? Он просто улетел за текстуры. Друзья, короче, такая вот игрушка. Я не знаю, стоит ли ее качать. Вот здесь даже карта есть. Блин, ну баги, кто же знал, что все будет так плохо. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока, друзья!